Да, пробище, конечно, тянется. В Суздале народ рванул, и почему-то прямо чувствуется прямо перед салютом все. Сейчас все всю пробку основную перегнали, но они нас уже догоняют. Вон там, видать, опять спереди еще пробка. Народ прет прямо вот сейчас. Уже почти 9 часов, скоро салют, все торопятся. Ну, стараемся всех обогнать, чтобы успеть. Выехали уже поздно. Догнали следующую пробку. А что ужас-то, сегодня ништяк? Волшебная вода в ништяке. Короче, едем только Россию посмотреть, интересно. Завтра будет Китай. Застимим, постараемся Китай. Можно, кстати, метку хотите, я вам скину. Какой-то Узбекистан. Алло, а, это Пакистан. У нас будет салюта. Ладно, доключение в Суздале уже на салюте, друзья. Там же тут пробка, сейчас станем. Это вот дорога около Сергеихи, тут где-то. Сергеих, как этот поселок называется? Сергеиха, да? Это называется Салютная Бомбяу. Короче, тут где-то какая-то лисья гора есть, типа, тут люди купаются. Да матом не ругайся. А что? Все, в прямом эфире идет. Люди добрые, помогите, как можно. Короче, ладно. Включение уже в Суздале. Боруса. Это Россия. На голову петарды. До нас залетают. Сейчас поле загорится. Короче, снаряд до нас залетает. На бочку падает. И летит. Все на нас летит, на бошки наши.
Дорога жизни заносит нас в самые разные уголки нашей необъятной страны. Зачем пускать? Я помню, сниму это салют пусть. Нормально, ты хотел поближе, вот тебе сам близкой точки что-то. Мне нравится, наоборот, как. Да, нормально стоим, Дима. Я еще поближе подошел. Не пустит здесь. Все летит, конечно. Мелкие остатки. Смотри, как он. Закрывай глаза, ты Алиса, смотри. Короче, друзья, вот включились уже прием обратно.
пробища такая же, как и в ту сторону. Называется Березмейка. Точно, скоро соединимся. Короче, что в обратную... Соединяться мы не будем. Короче, друзья, что это? В сторону Суздаля со стороны Коврова, через город Камешково. Что обратно, попытались быстренько прыгнуть в машину, чтобы урвать быстрее. Нет, не получилось. Такая же движуха в сторону Коврова, короче, в сторону машина Камешково. Это дорога у нас тут. Нюхай гад. Да, 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 вообще. Чужой машины. Вот, это тоже дорога в районе, что-то ближе к Каверину, поселку. Это в районе районного что-то. Район Каверину, ближе к городу Камешково. Ближе объездной. И в сторону Коврова тут, не знаю, как еще проехать. Пробка такая же. Ну, кстати, салют был здоровский, понравился. России вообще здорово. Ну ладно, до новых включений. Ну, на этом пока, друзья. Давайте, до новых. Бомбял. Пока.